Жизнь ценой в 50 тысяч рублей. 16-летний подросток признан виновным в убийстве 54-летней сотрудницы почты в Смоленском районе. Заседание суда прошло сегодня. Доказано, что 17 января в селе Смоленское почтальон разносила пенсию. Подросток знал, что в ее сумке деньги. Он вооружился палкой, ножом, дождался, когда жертва выйдет из дома, и напал на нее. От множественных ударов 54-летняя женщина скончалась на месте. Парень забросал тело снегом и забрал сумку с деньгами. В ней было чуть больше 50 тысяч рублей. Вина обвиняемого доказана. Также выяснилось, что этот парень в октябре украл у местной жительницы мопед. Суд принял во внимание все доводы следствия и признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде 8 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием воспитательной колонии.